Если у вас не подключена реклама, не подключена монетизация, то почему вам, как начинающему видеоблогеру, следует радоваться, а не огорчаться тем, что YouTube будет включать рекламу на ваших видеороликах? Вы скажете, Никрашевич, ты совсем сбрендил. На моих роликах будет крутиться реклама, мои ролики будут показывать чью-то рекламу, а я из этого не получу ни копейки, и я должен этому радоваться? А давайте посмотрим на это с другой стороны. Что хочет YouTube? Заработать. Очевидно. Сколько он хочет заработать? Как можно больше. Тоже очевидно. Что он для этого делает? Все возможное. А теперь смотрите, YouTube, когда поймет, что ваш ролик очень классный и качественный, и он может на нем заработать, то что он будет делать? Он будет его продвигать. Потому что если YouTube хочет на вашем ролике заработать, и если YouTube хочет заработать как можно больше, то, соответственно, те ролики, которые приносят ему как можно больше, он будет показывать как можно выше, чтобы заработать больше. Поэтому вывод, он такой конспирологический, но имеет право и место быть. Если вы снимаете качественный контент, на котором YouTube может заработать, то YouTube, как бы вам как бы не хотелось этого вашим конкурентам, он будет вас все равно продвигать. Он будет вас показывать выше, чем остальных, потому что каждый просмотр вашего ролика дает ему какую-то копеечку, какой-то там центик, какой-то там заработок. И вот здесь рассмотрите вариант создания контента и вариант рекламы на вашем канале как оплата Гуглу, оплата Ютубу за продвижение ваших роликов. Пора-барабан.